Добрый вечер. Смотрим гороскоп на неделю с 18 по 24 мая. Для Овнов возможно разочарование, связанное с вашими друзьями. Поэтому полностью на них полагаться не следует. Многое в этот период будет зависеть от ваших способностей сдерживать эмоции. Во второй половине недели представителям вашего знака следует быть максимально осторожными. Неблагоприятный период для смены работы или другого вида деятельности. Для тельцов немного терпения и дела наладятся. Деловые контакты принесут вам только удовлетворение. Однако, этого нельзя сказать о встречах с родственниками. Они будут донимать вас мелкими просьбами и постоянными претензиями. Выходные дни лучше провести в уединении. Близнецы на этой неделе под угрозой могут оказаться партнерские взаимоотношения и ваши деловые связи. Проявите сдержанность в общении с окружающими вас людьми, как на рабочем месте, так и при общении в семейном кругу. Только ближе к выходным у вас появится возможность излить душу любимому человеку, что позволит восстановить душевный комфорт. Несмотря на то, что у раков будет много дел, достаточно окажется и свободного времени. Постарайтесь провести его с толком, так, чтобы было что вспомнить. Можно начать учиться тому, что давно вас интересовало, побыть на каких-то интересных мероприятиях, поискать неожиданное применение своим талантам. Львам стоит быть внимательным и осторожным на этой неделе. Не все так просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. Даже в привычных делах вы порой сталкиваетесь с какими-то неожиданностями, что уже говорит о ситуации, когда нужно бороться за что-то совершенно новое. Первая половина недели будет несколько проще второй. Именно на нее лучше планировать все самое важное. Неделя для дев будет достаточно сложной. Работать вам придется больше, чем обычно. Обидно, но иногда вы вынуждены тратить силы на дела, на успех которых не верите. Это, конечно, совсем не вдохновляет. Старайтесь, однако, ко всему, за что беретесь, относиться максимально серьезно. При таком подходе шансы достичь успеха будут гораздо выше. У весов сейчас появится вся необходимая информация для того, чтобы сделать наиболее правильный, обдуманный выбор. Вне зависимости, за какой круг вопросов вы не возьметесь в этот период, звезды настоятельно рекомендуют не стоять на месте, а, пользуясь случаем, действовать в своих интересах. Скорпион. На предстоящей неделе любой спор может перерасти в сведение счетов. Ситуация в семье тоже может быть довольно напряженной. Приложите все усилия, чтобы избежать разногласия с родителями, детьми, любимым человеком. В этот период вам трудно будет избежать срочных незапланированных расходов. Для стрельцов неделя неоднозначна. Тени лучше отдать решение личных вопросов. Вам удастся быстро и легко обсудить любую проблему. Да и себя вы сумеете в чем-либо убедить. Например, поменять цели или распрощаться с чем-то отжившим. Особенно вас порадуют контакты с самыми близкими. Для козерогов, казалось бы, все проблемы давно уже решены, однако они снова оказываются на вашем пути. Во всем, что касается быта, не следует принимать решения в одиночку. Лучше посвятить свои планы домашних и получить от них поддержку в определенных вами действиях. У водолеев, если есть дети, то займитесь их образованием. Отправьте учиться на курсы языка, запишите в спортивную секцию или наймите репетитора. Если вы пока не обзавелись детьми, то займитесь собственным образованием. Деньги, вложенные в образование, принесут дивиденды в будущем. Ну а для рыб звездные светила советуют задействовать во всем свой огромный творческий потенциал. Но доверять стоит только проверенным людям, чтобы не угодить в неприятную ситуацию. Любовная сфера порадует новыми знакомствами, которые перерастут в крепкую дружбу.